Первый взгляд на немножко поцарапанную машину. Зазоры ушли. Должны быть вот такие красивые зазоры. Немножко крыло замялось, чуть-чуть совсем. Тоже зазор ушел. Здесь зазор. Здесь вот палец залазит. Вот. Все позамято. Виноват столбик. Оказался на пути. Вот такая небольшая царапинка на крылышке. Красота. Просто красота. Вот она, новогодняя елка. Результат. Все, конечно, все скучно, но что-то уже начинает тут вырисовываться. Вот он, промежуточный результат. Вот, косяки видны, говорят сами за себя. Вот. Но есть одно но. Надо было сделать очень быстро. Вот. И чтобы быстро, но не качественно. Чтобы на машине можно было ездить. Перед Новым годом стоять нельзя. Остальное будем доделывать потом, когда появится возможность. Вот. Ну а так, если не присматриваться, особо в глаза уже не бросается. Ну, вот еще подогнуто крылышко, конечно. Печалька. Ну ничего. В таком случае, по сравнению с тем, что было, это уже прям даже хорошо. Уже оно не так завернуто.